Ходит автобус с интервалом в 20 минут. Всего предусмотрено 132 рейса в сутки. Первый отправляется рано утром в 5:50, последний в 20:50. Льготный проезд не предусмотрен, но есть и несомненные достоинства 111-го. Это меньшее время в пути и низкая стоимость проезда по сравнению с другими. Вчера узнала, очень рада, очень хорошо. Удобно, быстро и дешево. 50 рублей всего. Я езжу раз в неделю за внуком в Сочи. И первый раз вот вчера услышала о новом маршруте, заинтересовалась. Потому что 124 он хоть и быстро ходит, но всегда переполнен. Поэтому будем рады, если этот маршрут нас устроит. Всего на маршруте 8 остановок. От нового века в Адлере автобус выезжает через авиационную на федеральную трассу и далее движется по Ленина. В районе курортного городка автобус подбирает пассажиров на остановках Лавровая, Вагонное депо, Изумруд, затем Известия, Фрегат и Знания. После этого по федеральной трассе в районе Спутника сворачивает на Дублер. Больше остановок до самого центра Сочи нет. Конечный пункт – район ЖД вокзала. Был разыгран 111 маршрут, новый, по Дублеру, который почти на 25-30 минут сокращает время в пути. Мы впервые получили, вчера вот отслеживали интернет, 3604 положительных отклика от жителей и гостей города, что говорит о том, что это нововведение департамента очень пришлось по душе сочинцам и гостям города. Новый маршрут станет хорошей альтернативой в часы пик и в период летнего сезона. В то время как другие автобусы будут следовать через курортный проспект, 111 объедет загруженный участок по Дублеру. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.